Ядерные отходы со всего мира в Железногорск свозить не будут, а новый завод по переработке станет одним из самых экологичных. Это официальная позиция горно-химического комбината. Накануне мы рассказывали о публичных слушаниях, которые проводила эта компания. Речь шла о вводе в эксплуатацию второй очереди атомного производства в Железногорске. По мощности оно в 6 раз превосходит существующее предприятие. Общественники утверждают, что большинство присутствующих участников этих слушаний оказались работниками комбината. По словам начальника управления по связям с общественностью компании Бориса Рыженкова, место досталось всем, кто успел зарегистрироваться, в том числе экологам и журналистам. Что касается возможных последствий нового производства, о которых говорят независимые экологи, Рыженков заверил, что новый завод может стать одним из самых экологичных в мире. Этот проект, он еще в 70-х годах задумывался. То есть на маяке завод РТ-1 предназначен для переработки топлива реактора ВВР-440, плюс лодочное топливо, ну плюс там какое-то аварийное. Вот. Здесь, в Железногорске, планировалось сразу завод РТ-2, который должен был профессионально заниматься переработкой вот штатных энергетических реакторов атомных станций Советского Союза с реакторами ВВР-1000. Вот. И с 1985 года действует мокрое хранилище. То есть успели в советские времена построить в первую очередь этого завода мокрое хранилище. Вот. Ну и, соответственно, просто эти планы продолжают реализовываться. Изменилась технология. Технология стала безводной. То есть по, скажем так, именно в плане радиационной безопасности, ну, это очень хороший завод. Он значительно лучше существующих в мире аналогов. Рыженков также добавил, что по законодательству организаторы не могли считать голоса тех, кто подключился к слушаниям по видеосвязи, однако их предложения все равно могут учесть. Все свои замечания и вопросы эксперты и общественники в течение месяца могут прислать на сайт компании или принести по предварительной записи к ним в офис по адресу город Железногорск, улица Ленина, 56, 5-й этаж.